Доброе утро. Мы в офисе 1580 узнаем традиционно, что произошло за прошедшие сутки в Полтаве. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. А были ли какие-то чрезвычайные события? Прошедшие сутки у нас прошли спокойно. У нас есть два отключения Дмитра Коряка 5. Это зафиксированного выта газа и Пушкина 45Б. Отсутствует сейчас пока холодная вода, порыв трубы на входе. В принципе, все делается, да, работы проводятся. По Полтавагазу будем сегодня выяснять. Будем надеяться, что сегодня его включат. Из остального у нас было еще два аварийных отключения по Европейской 141. На несколько часов было отключено опять отопление. Подрядчики выполнили работы до конца. Вечером часов 7 уже дом был полностью запущен. И по Матросова 7 тоже ночью отключали отопление на одном доме, выполнили работы, тоже там сделали. Сегодня уже передали заявки на развоздушивание системы. По облэнерго отключений не было. За вчера водоканал, как мы с вами общались, было 80 невыполненных заявок. Но вчера подтянули, осталось 44. Это та информация, которая на водоканале. То есть это их не средняя? Да. Мы выходили на КПЖ номер 2, просили самые именно заявки, которые самые важные, которые где у нас больше всего сейчас топят подвалы, что может затопить щитовые и так дальше. Работы на этих домах выполнили, было их 46, осталось 9 домов на утро. То есть уже присоединился сейчас? Да, работаем сейчас вместе, в водоканал даем городскую гидродинамическую машину и вместе выполняем работу. В принципе, на сегодня все. Что у нас по погоде? По погоде ночью, как и ожидалось, было минус 12, минус 14 градусов. Днем резкое потепление, минимальная температура будет минус 5 градусов. Осадков не ожидается. То есть все более-менее спокойно. Да. Спокойно вам неделя без ярких приключений. Рад, что в пятницу это позитивные. Спасибо вам, Сергей. Спасибо. До завтра.